Вы смотрите новости РТК Забайкалье. Продолжаем наш выпуск. Мы уже сообщали, что 21 августа молодой человек умер во время турпохода на Алханай. Как нам рассказал очевидец, который был в той же туристической группе, мужчина имел серьезные проблемы с сердцем. При подъеме он выглядел уставшим, но, несмотря на это, все равно продолжил свой путь. Когда туристическая группа дошла до назначенной точки, молодой человек был еще жив. После привала на вершине было принято решение возвращаться назад двумя группами. Первая группа должна была идти обратно по более легкому, пологому пути. Вторая же спускалась трудным, каменистым путем. Мужчина, несмотря на свое состояние, стал спускаться по тяжелому пути. Именно в этот момент молодому человеку стало плохо, и он потерял сознание. В группе были медики, которые пытались его реанимировать на протяжении 30 минут, но безрезультатно. Тело спускали сами участники тургруппы на изготовленных из подручных материалов носилках практически до сумерек.